Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем канале «За и против. Про и контра». Меня зовут Лариса. Меня зовут Геннадий. Мы сегодня хотели рассказать вам о недвижимости в Марианских Лазнях. Вот Геннадий. Так. Что ты знаешь о недвижимости в Марианских Лазнях? Какие существуют виды недвижимости в Марианских Лазнях? Расскажу все по-честному, все, что знаю. Мы прожили в Марианских Лазнях 15 лет. Все это время занимались недвижимостью, изрядно ее изучили. И поделюсь с вами теми знаниями, которыми обладаю. Недвижимость в Марианских Лазнях состоит из как бы нескольких разделов, нескольких секторов. Угу. Самый интересный, по нашему мнению, сектор и по мнению многих покупателей недвижимости – это новое жилье. Конечно, каждый человек хочет иметь новую машину, новую яхту, ну и, конечно, новую квартиру. К сожалению, так сложилось, что мест под застройку в Марианках, прямо скажем, очень мало. И построить новый дом в центре, ну, практически нереально. За все время, что мы здесь живем, в центре был построен всего один новый дом. Это резиденция Орстен рядом с почтой. Ну, там буквально несколько квартир, совсем маленький домик. Потому что мест под какие-то большие дома тем более нет. В основном все новые объекты строятся, ну, не то что на окрестностях, но не в центре. Мягко говоря, не в центре Марианских Лазней. Ну, подожди, вот перебью тебя. Почему мы сейчас вот здесь находимся, в этом месте? Расскажи. Да, мы находимся в этом месте неспроста. Здесь вот написано название этой резиденции. Это резиденция Пзенска. Она состоит из двух зданий с площадью, с хорошей, под парковку. Вот такой небольшой скверик с фонтанчиком. Это удачный пример новой застройки. Место, как нам вначале показалось, не идеальное, потому что это непосредственно Пзенская улица, проезжая часть. Вы наверняка слышите, как проезжают машины, но тем не менее, построена эта резиденция очень качественно. Мы следовали все этапы строительства, и действительно не подкопаешься. То есть все было сделано идеально, утепленные фасады, прекрасные планировки, внешний вид достойный домов. И в общем мы не ошиблись. Квартиры в этих резиденциях раскупились очень быстро. Еще на стадии буквально котлована. Вторичка несколько раз появлялась, но исчезала с той же скоростью. Хотя цены на вторичку в этой резиденции значительно превышали первоначальные цены покупки на котловане. Народ уже распробовал, что это такое. Спрос диктует, соответственно, цены. И поэтому только появляется здесь какой-то объект, он мгновенно продается. Хорошо, подожди. Сейчас хочу добавить, в этом объекте нет ни одного предложения. Понятно. Ну, расскажи, какие еще есть примеры нового строительства в Марианских Лазнях? Ну, вот вопрос резонный. Не все так радужно. Новый дом можно построить так же качественно, как Пльзеньскую. Но здесь, что называется, строили по-богатому, то есть качественно. Можно построить, учитывая то, что большой спрос, кое-как. И таких примеров здесь достаточно. Я не буду как бы показывать пальцем. Вот. Но есть объекты, даже группы объектов, такие как бы микрорайончики нового жилья, которые строились, ну, просто из рук вон плохо. Нам повезло быть тоже на этих стройках, посмотреть все это воочию. Но это просто какие-то такие, ну, не картонные, ну, какие-то каркасные такие коробочки, где нет звукоизоляции, кое-как сделаны перекрытия.
тоненькие стеночки, стены тонкие, стены легкие, эффективные, дефективные. Тем не менее, квартиры в этих домах продавались по вполне серьезным ценам. Правда, вторичка в этих домах появляется часто. Цены на вторичку в этих домах не такие высокие. Люди разобрались, что это за строительство, и не так уже охотно его покупают. Еще были недавно два объекта на Тепельской улице, над которыми мы от души потешались, как это было построено. В общем, это шоу, из чего там строили эти дома. Такое впечатление, что какие-то стоки со стройки были куплены, из этого были построены эти домички. Но, тем не менее, расположение просто огонь. Это промзона практически. На Бойком перекрестке. На Бойком перекрестке. Зенская, Тепельская. Рядом ничего живого. И тем не менее эти квартиры продались. Ну, я не знаю, насколько хватит энтузиазма у жителей жить в этих домах. Кроме этого, было несколько интересных объектов, ну, тоже не в центре, от одного из застройщиков на Зиерова, на Дворжакова. Там вполне приличные дома, прилично построены, но они не дешевые. Они не дешевые. Хорошо, на вот сегодня. Да. Примерная цена за метр квадратный. Ну вот, первички там, естественно, нет, они построены давно. Угу. Вот, на сегодняшний момент, в зависимости от площади, 3200, 3400 евро за метр. То есть это. Ну, не бюджетное жилье совсем. Еще один объект был недавно сдан и практически весь продан. Там со старта уже были на первичке такие цены. То есть в районе 3,5 евро за метр. Весь этот дом продался. Дом построен неплохо, но локация, в общем, такая спорная. Больше, пожалуй, о первичном жилье рассказать нечего. То есть объектов крайне мало. Следующий сектор объектов – это объекты, расположенные именно в курортном центре, в домах после реконструкции. Но мы сейчас плавно туда переместимся. Да, сделаем паузу. Сделаем паузу, покажем эти объекты и расскажем о них. Совершенно верно. Итак, дома после реконструкции. Замечательно. Что вас интересует? Что нам можешь рассказать о домах после полной реконструкции? Ну, что вас интересует? Ну, вот качество реконструкции. Начала, почему мы здесь? Почему мы в этом месте? Хороший вопрос, спасибо. В этом месте мы тоже не случайно. За нами резиденция «Парадайз». Это пример хорошей, честной реконструкции. Мы были в этом доме. Смотрели планировки, мы следовали, как прошла реконструкция, как она проходила. И можем засвидетельствовать, она сделана неплохо. Люди, которые купили на стадии реконструкции здесь квартиры, не прогадали. Потом, когда эти квартиры появлялись на вторичке, они тоже продавались с хорошей премией к продаже. Сейчас предложений в этой резиденции тоже, к сожалению, нет. Хорошие планировки, хороший дом, есть парковка, прекрасное расположение. Так, теперь переместимся рядышком. Резиденция Британия. Так, резиденция Британия. Что ты, Геннадий, можешь нам рассказать о резиденции Британии? Ну, резиденция Британии за нами расположена. Желтенькое симпатичное здание. Его реконструкция проходила, к сожалению, не на наших глазах. Мы приехали в 2008 году. Немножко раньше. Да, она уже была закончена. Тем не менее, мы были в этой резиденции. Были предложения о продаже квартир. Посмотрели планировки. Планировки, в общем, неплохие. Сделана резиденция, на первый взгляд, тоже неплохо. Но это только на первый взгляд. На самом деле, там есть нюансы. И на стадии реконструкции, которые были предусмотрены, что называется. И уже в процессе эксплуатации этого здания с ним происходили различные катаклизмы.
форс-мажорные ситуации. И квартиры в этой резиденции нужно покупать с опаской, очень внимательно рассматривая каждую из них. Квартиры в этой резиденции бывают во вторичном предложении. Цены вполне умеренные, потому что продавцы прекрасно знают, что они продают. Так, хорошо. Какие еще объекты существуют? Какие примеры? Примеры домов после полной, вот, полной реконструкции. Не частичной, а полной. Ну, не так много этих объектов, так же, как и на первичке, так буквально и полная реконструкция. Буквально можно по пальцам сосчитать. Вот о них мы знаем очень много, потому что эти все реконструкции происходили на наших глазах. И очень подробно мы знаем каждый объект, как он реконструировался, что там заложено в результате реконструкции. Есть просто блестящие проекты. Наша любимая резиденция «Снежка» – это просто авторская работа с привлечением английского архитектора, со стеклянными лифтами, лестницами, верхним светом. Ну, просто там, конечно, шикарно. И спрос на эту резиденцию, на квартиры в этой резиденции был настолько высок, что застройщик на энтузиазме, на кураже взял соседний дом в реконструкцию, сделал уже его так, можно сказать, тяп-ляп. Еще одна компания взяла на реконструкцию соседнее здание. Это уже был такой, в общем, жесткий бюджет в курортном центре. Были примеры позднее реконструкции, но ажиотаж уже прошел. Если в 2007-2008 и ну, в 2006 году на росте рынка были деньги на реконструкцию, был мощный спрос, то дальше спрос падал, объекты были взяты в реконструкцию, началась экономия жесткая. На всем, потому что нужно было продать. Эти объекты были куплены дорого. Реконструкция исторических объектов крайне дорога. И чтобы как-то закрыть этот проект и продать, экономили на всем. Эти объекты мы прекрасно знаем. Их, ну, некоторое количество, может, десяток, может, поменьше в Марианских Лазнях есть. С ними надо крайне осторожно. Ну и как следствие, предложение квартир в этих объектах широкое. На ваш выбор любые варианты. Ну, цены для Марианских Лазней очень серьезные. То есть на сегодняшний день там есть предложение 5000 евро за метр, 5500 евро за метр. Есть, конечно, подешевле, но те, которые подешевле, это уже отдельный сюжет, который мы снимем в будущем. А следующий сектор, наверное, мы покажем в следующем сюжете на другом фоне. Этот сектор – это старые дома, исторические дома, которым 100-200 лет, без реконструкции. Ну что, поехали? Поехали. Ну что, Геннадий, расскажите нам про старый фонд, про дома исторические, без реконструкции. Расскажу. Почему мы сюда приехали? Где мы? Мы находимся на улице Чибицких. Здесь у нас был апартамент в доме, который за нашими спинами вы сейчас видите. Дом исторический, ему 200 лет. И дома в исторической части Марианских Лазней, как правило, примерно одного возраста. Это 200 лет, самые молодые 150, некоторые 100 лет. Эти дома расположены на главном проспекте, на Русской улице, на Английской улице, на Чибицкого, ну и на более мелких уличках нашего города. Это тоже исторический центр. Часть из этих домов расположены в курортном центре, часть просто в историческом центре. Эти дома составляют большую часть жилого фонда Марианских Лазней. Когда строились Марианские Лазни, как раз
первое строительство были построены эти дома. Главная проблема старых домов в Марианских лазнях – это гидроизоляция. То есть, как правило, во всех этих домах она нарушена. То есть номинально она есть, но она уже не работает. Первые этажи и цокольные этажи домов мокрые, стены мокрые. И эта влажность, она доходит легко до второго, а часто и до третьего этажа. То есть с гарантией, если в этом доме не проведена реконструкция в части гидроизоляции, то есть не сделан дренаж, вас ожидает приятный сюрприз, точнее не очень приятный сюрприз, а повышенная влажность, влажные стены, грибок и сопутствующие прелести этого проживания. Надо сказать, что часть собственников домов, сообщества собственников, собирают деньги, берут кредиты и делают такого рода реконструкции. Таких домов немного, но они есть. И мы о таких домах знаем. Вторая проблема – это планировка. Дело в том, что дома строились как курортные дома, а курортные дома 200 лет назад – это было несколько иное, чем сейчас. Как правило, санузлы были отдельно, то есть были отдельно комнаты для проживания, отдельно коридорная система, где располагались комнаты, а в конце коридора ванная. Ванная и туалеты. И когда эти дома приватизировались уже в современное время, проводились планировки уж как у кого получилось перепланировать, насколько это было возможно, вставляли каким-то образом в эти квартиры ванные помещения, туалеты, соответственно, нужно было как-то переделывать коммуникации. В каких-то домах это сделано грамотно. Явно видно, что был проект, что были проведены серьезные перепланировочные работы. И по проекту проведена капитальная канализация, водоснабжение, то есть сделано все по уму. И такие дома мы знаем. Это дома без полной реконструкции, однако реконструкция частичная в плане гидроизоляции, дренажа, в плане перепланировки, в плане коммуникации сделана. Эти дома имеют цену, безусловно. Жить в них, конечно, не так комфортно, как после полной реконструкции, но, тем не менее, мы знаем несколько домов вполне себе комфортных. Но, к сожалению, большая часть домов, за это мы отвечаем, не прошла совершенно никакую реконструкцию. Дом за нами – это как раз образчик того, что здесь никакой реконструкции не было. Что-то было, естественно, сделано в социалистические времена. Где-то там проводку поменяли, где-то какую-то трубу проложили, но все это очень хаотично. И если вы приобретете такую квартиру и потом будете заниматься либо ремонтом, либо у вас случится какая-то беда по коммуникациям, вы с этим столкнетесь, и для вас этот будет сюрприз. Я не буду растекаться по древу и рассказывать вам о всех проблемах старого жилого фонда исторического, но, поверьте, его очень много. Это и фасады, это и балконы, и, в общем, можно продолжать бесконечно. Очень рекомендую, прежде чем приобретать квартиру в таком доме, серьезно задуматься и хорошо проработать этот вопрос. Ну, а следующий раздел, который мы, наверное, уже покажем в следующих наших видео, это такой коротенький анонс. Это будут дома вилловой части Марианских лазней. Это будут дома панельные. Панельные в спальных районах. В спальных районах. И немножко расскажем о проблемах с домами как дружественни по-чешски, аналог кооперативных домов. Да, это совершенно точный аналог, ты сказала. Да. Это в нашем понимании кооперативные дома. Как не в частной собственности, но в сегодняшней жизни
это не такая легкая проблема, которую можно легко решить, если вы купили квартиру в таком доме. То есть вас ждут тоже интересные сюрпризы. Но это анонс на наше следующее видео. А на сегодня до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, ругайте, хвалите. Нам будет приятно. И мы будем снимать следующее видео. До свидания, друзья. До новых видео. До новых видео.